Это Изюм. Он отвечает за безопасность в терминалах аэропорта Шереметьево и на бортах самолетов Аэрофлота. Изюм принадлежит к шалайкам, новой породной группе служебных собак, применяемых в Аэрофлоте. Шалайки – это межвидовой гибрид ненецкой оленегонной лайки и европейского подвида шакала. У этих собак острое обоняние. Они могут работать при температурах от минус 30 до плюс 45 и передвигаться в ограниченных пространствах. Создал породную группу российский кинолог Клим Тимофеевич Сулимов. Такая собака, обладая верхним чутьем, сопровождает пассажиропоток, в котором может оказаться злодей. И по шлейфу запах, который может содержать взрывчатку, она его найдет. Кинологические расчеты мобильные. Они могут находиться в любой точке объекта, в любое время. И мы работаем среди пассажиров, что тоже очень важно. Таким образом мы усиливаем систему безопасности, увеличивая ее глубину. Аэрофлот зарегистрировал породную группу шалайка в системе Российской кинологической федерации. Сейчас авиакомпании служат 50 собак. Они составляют основу собственной кинологической службы Аэрофлота.